Долгожданное открытие офиса Всероссийского турагентства «Солнце Тур». Федеральная сеть – это безопасный отдых по низким ценам. Звоните 20 37 95. Весьма необычный способ маскировки выбрал для себя пьяный водитель «Лады» 14-й модели. От журналиста и проблем он прятался с помощью футболки. Впрочем, такая конспирация вряд ли поможет ему уйти от уголовной ответственности. В деталях задержания разбирался Павел Москвин. Здравствуйте, водитель. За что вас задержали? Вместо ответа задержанный Евгений предпочел нарезать круги возле патрульной машины. Сопровождать его во время ходьбы полицейским надоело. Сажусь. По словам очевидцев, эту машину Евгений одолжил у друга, пока тот отдыхает в Крыму. Ночные гонки водителя не прошли бесследно. На него дважды жаловались в дежурную часть очевидцы. Позже сотрудникам ДПС он признался, что выпил из-за ссоры с девушкой. Возможно, она и звонила. Евгений Сергеевич, да. Проходите с выяснением на состояние опьянения. Согласны? Не, я отказался. Что? Слышали, да? Бухой, что? Понял. Так, Евгений Сергеевич, в связи с тем, что отказались от следственного состояния опьянения пройти, согласны пройти медицинское следственное состояние опьянения? Нет. Слышали, да? Как выяснилось, ранее Евгения уже лишали прав за пьяное вождение, но удостоверение зимой вернули. И вот не прошло и года, как он повторил нарушение, а это уже уголовная статья. Теперь водителю грозит не только лишение прав сроком на 3 года, его могут наказать исправ работами, крупным штрафом и даже лишением свободы на 2 года. Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия.